6 июня исполнилось 20 лет финансовой полиции Республики Казахстан. В честь юбилея 22 ветерана и сотрудника ведомства получили заслуженные награды. 5 приняли присягу. На торжественной церемонии побывала моя коллега Гульнара Кали. Торжественное собрание сотрудников финансовой полиции области в честь профессионального праздника. 6 июня исполняется 20 лет со дня создания агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 1994 году было образовано управление налоговой полиции в составе налоговой службы Министерства финансов Республики Казахстан. Эту дату можно считать датой официального начала истории органов финансовой полиции в независимом Казахстане. Нами проделана огромная работа на пути становления и развития финансовой стабильности, что в свою очередь способствовало экономическому росту страны. Своим каждодневным трудом сотрудники органов финансовой полиции вносят вклад в пополнение доходной части бюджета нашей страны, укрепление экономической безопасности и стабильности Республики Казахстан. С профессиональным праздником финансовых полицейских от имени главы региона поздравил заместитель акима области Фархат Куанганов. Здесь же в честь 20-летия со дня образования финансовой полиции 18 сотрудникам вручили наградные знаки «Казахстан Каржи полиция сына Жирма Жил». В их числе и старший следователь Сенгильды Махамбетов. В финансовой полиции он работает 2 года. Я благодарен, это для меня как бы стимул. И в дальнейшей работе я также буду показывать свою работу и трудиться на благо Родины. Награждены нагрудными знаками агентства финансовой полиции страны и ветераны правоохранительной службы. У самых истоков стоял и Мурат Бекмухаметов. Полковник в этой системе проработал 8 лет и уже 12 находится на заслуженном отдыхе. Я поздравляю всех сотрудников, ветеранов с наступившим 20-летием финансовой полиции. Желаю всем здоровья, успехов, семейного благополучия. На торжественном собрании 5 молодых сотрудников приняли присягу, поклялись служить на благо Родине. Строго хранить государственные и служебные тайны. Если я нарушу эту присягу, то пусть меня покарает, постигнет наказание во всей строгости закона Республики Казахстан. Этот праздник сотрудники департамента встречают с определенными успехами осуществления оперативно-служебной деятельности. С начала года финансовые полицейские раскрыли 62 коррупционных правонарушений. Из них 14 по фактам взяточничества, 10 злоупотребления должностными полномочиями, 7 хищений бюджетных средств. Гульнара Кали, Михаил Казначеев, новости МТРК.